На этой неделе мы вспоминали жертв политических репрессий. Точное число пострадавших от тоталитарного режима неизвестно до сих пор. Счет идет на миллионы. Людей забирали в лагеря, расстреливали и отправляли в северные регионы. Так и Югра, а в то время Остяково-Огульский округ, стал местом назначения тысяч вынужденных переселенцев. Подробнее о том, что это были за люди, как они жили и работали в суровых северных широтах, расскажет мой коллега Василий Сысоев. Черно-белая фотография 30-х годов – единственное, что напоминает Екатерине Кузнецовой о дедушке. Вот только кто из этих мужчин он, женщина, не знает до сих пор. Только догадки. Мама Екатерины Захаровны не говорила, боялась. Боялась, что это знание может навредить детям, ведь их дед был репрессирован. В 1938 году в дом большой и дружной семьи Елизаровых пришла беда. И мама говорит, однажды ночью пришли и забрали деда. Это было 11 марта 1938 года. За что, про что, никто ничего не знает. Вообще никто ничего не знает. Осужден тройкой НКВД. Жили они в селе Елизарово в Ханты-Мансийском районе. Аполлон Григорьевич воспитывал 9 детей. Обычный крестьянин, работал в поле, помогал сельчанам. Расстрелян через 2 недели после ареста. Реабилитировали его только через 20 лет. И таких трагедий в Югре было немало. В нашем округе более 900 человек с 37 по 39 были арестованы по ложным обвинениям и расстреляны без суда и следствия. Но когда придет гроза, мы возьмем судьбу за лацканы. Все эти люди – потомки репрессированных. Каждый год они приходят к этому месту почтить память жертв политического режима. Их отцов, бабушек и дедушек признали нежелательными элементами, предателями, врагами народа. В ссылку на север отправляли так называемых кулаков, которые не хотели объединяться в колхозы, этнических немцев, которых подозревали в связях с Германией, и другие народы, неугодные советской власти. Этот памятный мемориал построили в 2006 году. Его спроектировал известный в Югре скульптор Володя Сарксян. Вот эта трещина посередине обозначает раскол общества на своих и чужих. Еще один важный элемент – вот этот вот бронзовый сруб. На этом месте с 1937 года по 1956 находилось здание комендатуры, которое знал каждый спецпереселенец. Именно здесь нужно было ежемесячно отмечаться. Меня в 1954 году пригласили за сборную Ханты-Мансийска сыграть в футбол со сборной Салехарда. Нужно было туда выехать. Меня не пустили. Ты репрессированный. Я ходил каждый месяц отмечаться, понимаете? Пацан ходил отмечаться, что я не здесь, что никуда не сбежал. Вот такая вот история. Историки признают, что спецпереселенцы внесли огромный вклад в строительство и развитие округа. В основном они трудились на лесозаготовках, ловили рыбу и занимались сельским хозяйством. Поначалу жили в землянках и только потом стали строить деревянные бараки. В общей сложности по всей Югре было создано 56 спецпоселков. Были разработаны планы спецпереселения и дома, они так называются, дома тип, зырянского типа, то есть это одноэтажные деревянные сооружения на 2 семьи, то есть там одна стена была общая. Между ними, собственно, в деревнях, сейчас они во многих поселках, везде они сохранились, да, конечно. Обычно спецпереселенцев везли на баржах до Тобольска, а дальше своим ходом. Транспорт был не всегда. Если зима, детей сажали на сани. Взрослые шли пешком. До места назначения добирались не все. Многие, вот, кто приходил их конфисковывать имущество, прямо так говорили на ушко, что вы с собой берите теплые вещи, что вас везут далеко и там, где холодно. И они там между какими-то небольшими запасами крупы, то, что им разрешалось брать какой-то минимальный набор продуктов, еще что-то, и инструменты, они прятали одежду теплую, все. В общей сложности в Югру было сослано более 30 тысяч человек. Это было время страха, произвола и лишений. Тяжелая и кровавая глава в нашей истории. Пример того, как обычные люди попадают в жернова тоталитарной машины. Политический террор тех лет до сих пор доносится эхом уже до потомков репрессированных. По всей Югре возводят памятники жертвам государственного насилия, пишут книги об их судьбах и жизни. Все для того, чтобы ошибки прошлого никогда не повторились в будущем. Василий Сысоев, Леонид Чемляков, Дмитрий Макаров. Специально для программы «Больше, чем новости».